очень длинный хвост. Помимо хвоста, что-то еще спереди у него торчит. Что это такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. То есть хвост спереди, видите? Куча и ныряет очень далеко. Очень далеко. Хвост спереди один и сзади один хвост. Ну понятно, сзади у всех, а спереди что такое длинное торчит? Напишите в комментариях. Касаемо, где это я вижу? Это Чернобыль, в Чернобыле. И обратите внимание вот на вот эти вот вещи. Смотрите, корни какие. Вот на всех деревьях вот такие вот корни. Непонятно почему. Тоже напишите об этом в комментариях. Не забудьте подписаться на наш канал про Чернобыль. Будет очень много видео выходить, поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Все, что вы не знали, и самые такие сокровенные места, все мы здесь вам расскажем на канале. Подписываемся, обязательно посмотрите три закрепленных видео в закрепе, которое видео, три штуки посмотрите, там ответы на ваши вопросы. И подпишитесь на нас тоже в шапке профиля. У нас в шапке профиля тоже подпишитесь, это важно. И корни, корни, конечно, вообще, смотрите, какие корни красные, и не длинные вообще, непонятно. Ну, таких на деревьях такого не бывает, только в Чернобыле.